там, до своего достатка, он постоянно заботился о, о своем правлении. И так проходили его дни, пока не появился, кто знает, какой причине, Нарада Муни. Он отвел Суварну Сену в лес и дал ему наставление. Сказал, что ты не сможешь забрать с собой ни какое свое богатство, а твои родственники просто в момент смерти опустят твое тело в Гангу на сиденье черепахом. Поэтому ты должен повторять имя Гауранги, и твоя жизнь исполнится совершенство. И скоро Гауранга явится в благословенную Кали-Югу. И так он удалился. Суварна Сен заснул, и после этого ему приснился Гауранга с Гададхарой, который вели киртан. И после он, когда встал, он услышал голос неба, который сказал ему: «Суварна Сен, скоро ты явишься в Кали-Югу, когда я не зайду на землю, и ты будешь моим вечным спутником, звать тебя будут Бхутхиманта-Дхан». И Бхутхиманта-Дхан — это тот, кто пожертвовал средства на свадьбу Гауранги Махапрабху и Вишну-Прия. Сам Чайтанья Махапрабху родился в бедной семье брахмана, Джаганхи Миши и Шичиматы, вот божества в этом месте какие. И все его ближайшие спутники обеспечивали его всем необходимым. Свадьбы были очень пышные. Это божества в этом месте, прекрасные Шичарада Кришна и Гауранга Махапрабху. А это вы видите святые камни со времен Сатья-Юги. Следующее место, куда мы отправляемся, называется Сананда Сукхада Кунджа. Это дом и Баджан Кутир Бхактивинода Такура. Вот здесь Бхактивинода Такур написал свои многочисленные труды. Он когда переехал из Триханкапури, он остановился в этом месте. Это кровать Бхактивинода Такура и окно, из которого он увидел трансцендентную реальность будущего Майяпура Чандрадана Мандира, храма ИСКОН. Победить сверхмоскитная сетка. Ибо это болотистое место и очень много комаров. Обратите внимание, Джайва Карма, знаменитое произведение, Бхактивинода Такура лежит рядом из Лови. Это постель Бхактисиддханта Сарасвати Такура, его парта. И вот такой вид увидел, то есть это мы сейчас видим, так открывается панорама на Самадхи Шрилы Прабхупады в Майяпуре, но Бхактивинода Такур увидел это все в духовной реальности задолго до того, когда все было возведено. И он увидел много преданных, которые воздев руки к небу, поет «Нитай Гауранга, Гаура Хари». И он спросил, кто-то еще видит, в это время был у него гость в доме. И он спросил, кто-то еще видит, и Бхактисиддханта Сарасвати: «Я вижу», сказал. А он спросил: «Что ты видишь, сын мой?» «Я вижу много преданных, которые приехали со всего мира и воспевают славу Гауранге». И после этого Бхактивинода Такур начал усердно искать, где находится йога-питх, место рождения Чайтанья Махапрабху. Такая панорама открывается в то место. Божества, которым поклонялся Бхактивинода Такур, Гор Гададхар. Нужно сказать, это высокая татва поклоняться Гор Гададхаре, ибо мы поклоняемся Гауране Тай, но ибо Гауранга является Кришной, а Гададхара является Шримати Радхарани. То есть мы видим Раду Кришны в таких за секретных образах, что ли. Самадхи Бхактивинода Такура. Вот его Мурти Самадхи. Здесь также расположен Исконовский храм. Вот это вот Самадхи Гаура Кешарда Сабабаджи в этом же месте находится. Здесь есть Исконовский храм Джиханхи Балдев Субхадры. Такие божества прекрасные. Гор Нитай. Это Баджан Кутир. Простите, да, Баджан Кутир Гаура Кешарда Сабабаджи. Следующее место, куда мы попадаем на этом острове, называется Сурабхи Кунджа. Сурабхи Кунджа. В этом месте, после того, как Индра пролил дожди на Вриндаван, он искупил свои злодеяния, молясь Гауранге. И вы помните, мы когда показывали парикраму по Гавардхану, он совершил апхишеку у Говинды Кунды. Но опасность того, что он вновь может пасть в иллюзию, постоянно не давала ему покоя. И он обратился к корове Сурабхи, попросил ее, чтобы она помогла ему обрести милость Господа, чтобы он не впал жертвой иллюзии. И Сурабхи сказала: «Давай отправимся в Кадру Мадвипу, где вечно пребывает Гауранга, и будем молиться его лотосным стопам». И там они совершили баджан и повторяли имена Гауранги, пока Гауранга Махапрабху не явился перед ними. И он сказал: «Чего же хотите?» Индра сказал: «Я сокрушаюсь о том, что я так оскорбил тебя». И Гауранга сказал: «Не беспокойся, больше ты так не пойдешь жертвой иллюзии. Я явлюсь вскоре в Кали-Югу, и ты будешь моим спутником».
И так корова Сурабхи вечно остается у этого дерева. И остров поэтому называется Го-Друма. Го – это корова, Друма – это дерево. Корова Сурабхи вечно живет в этом озере, в этом острове. И преданные всегда осыпают себя пылью с этого места, ибо здесь прощаются все оскорбления. Сурабхи очень милостиво, и по ее милости преданные могут избавиться от аппаратов, совершенных во время преданного служения. Вот такие вот осыпания трансцендентной пылью. Следующий остров называется Малхья-Двипа. Малхья-Двипа представляет собой смарана, памятование. И первое место, которое мы попадаем, называется лес Намишаранья. Здесь мудрецы в начале Кали-Юги под предводительством Шаунаки Риши изучали, вернее, слушали Сутту Госвами, который прославлял святые имена Гауранги. Говорится, те, кто вместе с Картика прочитая здесь Пураны, освобождаются и больше никогда не рождаются. Это за место. Здесь также протекает прекрасная река Гамати, мы видим позже. Это место называется Хамсавахана. Это рядышком с этим местом Намишаранья расположено. Место посвящено прибытию Шива Махадева, который одолжил у Брамы его лебедя, а сам тельца возник, он оставил, восседлал лебедя и примчался послушать Сутту Госвами, который описывает славу Гауранги. Вот вы видите здесь, это в этом здании, которое мы показывали, расположена лебедь Хамса, и вот Махадев, который возлежит на спине этого лебедя. Надо сказать, что это божество постоянно окапывают водой, ибо от такого экстаза, который испытывает Шива Махадев, оно раскалилось. И чтобы вся Вселенная не пришла в разрушение, это божество постоянно смачивают водой. Поднизу вы видите такая маленькая баночка, куда стекает Чернаврита, самоуправление. Хамсавахан, Элька Гамати, в этом месте расположено. Это место называется Брахма Пушкара. Некогда Браман, кстати, Югу Дивадас, который отправился в паломничество в Пушкару, который находится на западе, дошел до Навадвипы. И здесь ему приснился сон, что он должен остаться в этом месте. В связи с тем, что здесь пребывают все священные тирхи. И так он зажил здесь до старости, он построил соломенную хижину, но до Пушкары он так и не добрался. И когда он уже был старый, немощен, он не мог уже двигаться дальше, он стал горевать о том, что он так и не увидел в своей жизни Пушкару. И вдруг ему раздался голос с неба, и появился Браман. Это олицетворенная Пушкара объявилась перед этим Дивадасом и сказала: «Омойся, пожалуйста, в этом пруде, и ты увидишь Дашан Пушкары». Он совершил омовение, и перед ним появилась Пушкара. От того, что он заставил Пушкару прийти сюда, он сокрушался и считал себя очень низким, недостойным после этого. Но олицетворенная Пушкара сказала: «Ты не переживай, я вечно пребываю здесь, ибо одна моя проекция находится на западе, но здесь, в Навадвипе, я пребываю вечно. Поэтому ты не побеспокоил меня». Это место Брама Пушкара. Следующий остров называется Кола-Двипа. Они створяют собой преданное служение лотосным стопам Господа, Пада Севена. Это главенствующее божество, Господь Варахадев этого острова. И история следующая такова, этого острова. Некий Браман Васудева, он поклонялся вепрю и Господу в таком облике. И просил его получить даршан. И Варахадев явился к нему и сказал: «Ты очень прилежен в своем преданном служении, и я готов исполнить твои желания. Но знай одно, сокровенное мое явление будет в Кали-Югу, в образе Гауранги Махапрабху. И ты должен изучить внимательно шастры и найти скрытые намеки на мое явление. И тогда ты появишься в моем воплощении и будешь моим вечным спутником». Так, поклоняясь, Васудева увидел Дашан, и в честь этого он назвал это место Кола Парвата. Кола – это Випри, Парвата – гора. И преданные Чайтанья Махапрабху знают, что это место, этот остров не отличен от Гири Гавардхана во Вриндаване. Следующее место – Панчавени, слияние пяти рек. Здесь сливаются пять священных рек. В Гангу втекают Алакананда и Мандакини, потом течет незримо Сарасвати, запада течет Бхагавати, и также протекает здесь Манаси Ганга. Здесь говорится Махапраях. Если есть Праях, где сливается Ганга, Ямуна и Сарасвати, то здесь пять священных рек. И говорится, Брама и другие мудрецы, риши, совершали здесь поклонение. И тот, кто омывается в этих реках, никогда больше, в этом месте, скажем так, никогда больше не рождается вновь. Вот это место. Здесь большой мост.
И мы сейчас с вами отправляемся в следующее место нашего паломничества, город Навадвипа. Есть Навадвипа, это 9 островов, но есть еще город Навадвипа. И вот так выглядит прибрежная Ганга, жители местные. Это достопримечательность паломников, это, кто знает, что это за место? Это крематорий. Вот так сжигают преданных или просто жителей Навадвипы. Причем детей до 8 лет не сжигают, беременных женщин не сжигают, их отпускают просто в Гангу, ну, тех, кто оставили тело. А богатых вот сжигают в этом здании. А бедных людей, у которых нету лакшми на свою кремацию, их вот просто здесь сжигают на берегу. Ну, это как для обзора. Это так вот, простая жизнь, возвышенное мышление, омовение в Ганге местных жителей. По Ганге мы прибываем с вами в город Навадвипа. Это расположены, мы посетим с вами три места. Мы посетим храм Прабхухимаи, Баджан Кутир, Джаганатадаша Бабаджи и божество Вишнуприи Деви, жены Читания Махапрабху, Камешвара Махапрабху. Вот так расположен храм Прабхухимаи. Он опутан баньяновыми деревьями и очень выглядит впечатляюще, когда подходишь к нему вблизи. Священное дерево баньян окутало так этот храм. Древний храм посреди города. Здесь мы видим Кшетрапала Шиву, который защищает святую Дхаму от неквалифицированных, недостойных войти в святую обитель личностей. Вот он поближе. Вот Прабхухимаи сама, вот она здесь. Ее видно. Вот еще и все гирлянда. И мы попадаем с вами в баджан кутир Джаганнатадаса Бабаджи. Под деревом Бакула он совершал свой баджан. Прожил он 144 года. 125 лет Чайтанья Махапрабху попросил его открыть святые места в Йогапитхе. И его слуга Бихари отнес его в корзине. И когда они увидели дерево ним, вокруг которого растет большая плантация туласи, Джаганнатадас Бабаджи подтвердил, что именно есть это место рождения Чайтанья Махапрабху. Подтверждением было то, что он выпрыгнул из корзины, но пишется на 4 фута. Если кто-то знает, что это такое, переведите, умножьте, вы получите высоту, с которой прыгал Джаганнатадаса Бабаджи, который уже не ходил к тому времени, и слуги поднимали ему веки для того, чтобы он мог предложить манджари своему шалограмму Шиву. То есть он даже не мог глаза открыть, но когда он попал в это место, он выпрыгивал на 4 фута высоту. Самадхамурти Джаганнатадаса Бабаджи. Его кровать. Вот Бихари носит его в корзине. Ну, такая вот изображение. Следующее место мы побывали в Прабхухимаи. Джаганнатадаса Бабаджи Мандир. Самадхи, простите. И следующее место храм Камешвара Махапрабху. Такая алтарная. Здесь проводятся замечательные киртаны. Преданные в экстазе танцуют. Несколько час и больше. Обычно парикрами это конечная точка одного из них. А это сам храм. То есть алтарная здесь расположена, а вот сам храм здесь. Вы видите, Камешвара Махапрабху. Вот этому божеству поклонялась Вишнуприи Деви. Ее садхана была очень строга. Она повторяла определенное количество кругов в день. И после каждого круга она откладывала рисинку в сторону. Потом все, что в конце дня она повторяла, она варила это, прибегала этому божеству и вкушала. Это была ее садхана. Обратите внимание, я заметил одну схожесть, что пуджари похожи на божества. Вот мне кажется, пуджари очень похож на это божество. Знаете, как собаки бывают, или люди на собак похожи, то трансцендентный обитель пуджари становится похожим на божество. Вот божество еще поближе. Следующее место называется Чампахати. Это удивительное место, место Садху Баба. Вот. Место удивительно тем, что здесь жил Джайдева Гасвами. Здесь он написал свою знаменитую Гита Говинду. История следующая. Некогда Джайдева Гасвами поселился на берегу реки Бала Тиргити и со своей женой Падмавати жил в маленькой хижине. Но местный царь Лакшман Сен узнал о том, что здесь проживает великий святой. И уже к тому времени он написал знаменитую Даша Аватара Стотру, которая стала известна в округе. И прочитав ее, он захотел получить даршан Джайдева Гасвами. Он переоделся в вайшнава, прибыл к нему инкогнито. Но Джайдева Гасвами по его манере общения, он понял, что это царь. И он сказал, с какой целью ты прибыл? О, Лакшман Сена. Он сказал, ты разоблачил меня. Единственное мое желание, я хочу, чтобы ты жил в моем царстве. Но Джайдева Гасвами сказал, я не поселюсь, ты материалист, ты царь, я не могу общаться с тобой. И лучше я выйду в Нилачалу, в Джаганкапуре. Потом он сказал, пожалуйста, переселяйся в прекрасное место, которое называется Чампахати. Здесь растут прекрасные цветы Чампака. И мы тебе построим там дом, где ты сможешь писать дальше свои труды о Кришне.
И Джайдайла с вами согласился. Но он сказал, ты не можешь ко мне приходить просто так. Лашман Сен сказал, хорошо, я буду приходить к тебе только тогда, когда ты сам этого захочешь. Джайдайла с вами понял, что это великий святой, он сказал, я тебе очень благодарен за то, что ты мне сделал так много служения. И позже Джайдайла с вами отправился в Нилачалу и встретился с Читани Махапрабху. И Читани Махапрабху очень ценил его Гита Говинду, она ему очень нравилась. Он божества горы Гатхары, также расположенные в этом храме. Следующее место называется Самудрагарх. Это все на этом острове Куладвипа, где мы сейчас с вами находимся. И эта история связана с царем Самудрасеной, который очень хотел получить даршан Гауранги. Он хотел Кришну привести в Навадвипу и увидеть даршан Гауранги. И он некогда вступил в битву с Пхимой, который завоевывал эти земли. И он знал, что если он притеснит Пхиму в сражении, Кришна, будучи их покровителем, покровителем пандавов, обязательно явится на поле битвы. И он начал выпускать такой поток стрел, что Пхима дрогнул. Представьте, могучий Пхима, который побеждал всех противников, вдруг был притеснен Самудрасеной. И вдруг в какой-то момент он увидел, как Кришна кинулся на помощь своему Пхиме. И когда Самудрасена это увидел, он опустил свой лук, он просто упал на колени и начал молиться. Я заставил тебя прийти сюда, сказал он Кришне. Но я хочу, чтобы мои желания дальше простирались. Я хочу, чтобы ты явил себя как Гауранга. Я хочу видеть твой удивительный золотой облик. И тогда Кришна показал ему игры Рады Кришны. Потом после полуденной обязанности мальчиков-пастушков, он увидел они после коров. И потом он увидел Гаурангу, который танцует со своими преданными. Никто не видел, это вот такая битва была. Никто не видел во время битвы, что Самудрасена увидел Кришну. Все думали, что он просто дрогнул под натиском Пхимы. И поэтому после этого даршана Самудрасен сказал Пхиме, пожалуйста, позволь мне заплатить тебе налог, я больше ничего не хочу. И до сих пор все думают, что Пхима является таким победителем Самудрасены, который на самом деле получил даршан Кришны и больше уже ничего не хотел. Следующий остров Ритудвипа олицетворяет собой процесс Арджаном. Простите, мы сейчас перейдем к другому. Ритудвипа знаменита тем, что здесь есть проекция Радакунды и Шьямакунды. Это место Ритугара. То есть вот Ритудвипа знаменита тем, что Радакунда и Шьямакунда здесь проявлены. И также находится Видянагара. Видянагара — это место пребывания Вед, где во время, вернее, после разрушения Вселенной находят прибежище Веды. И здесь есть такой храм, он принадлежит Сакапану Искон. Здесь, в этом месте, Дханантари получил Аюрведу, в этом храме, который мы с вами видели. Мы переправляемся в следующий остров, который называется Джахнудвипа, представляет собой процесс Вандана. Это место называется Джахнунагара. Здесь проживал под этим деревом знаменитый мудрец Джахнумуни. И когда история, о которой мы начали свой рассказ, когда царь Бахиратхи, трубя в раковину, показывал путь Ганги, Ганга быстрым потоком протекала здесь. И она зацепила, скажем, Ачаман Панчапатру, этого мудреца Джахнумуни, который здесь сидел. Когда он кинулся и не видел своего Ачамана, он очень разгневался. И одним в одно мгновение проглотил всю Гангу, представьте, какое было могущество, и спрятал ее в себя в утробе. Бахиратха царь вернулся сюда и попросил этого мудреца, пожалуйста, верни Гангу, ибо я не смогу освободить своих предков. Джахнумуни, удовлетворенный аскезами Бахиратхи, выпустил Гангу изо рта. И после этого Гангу называют Джахнуви, то есть та, кто родилась изо рта Джахнумуни. Позже сюда, в это место разлив, позже сюда приходил Бхишмадева, который является внуком Ганги. То есть, простите, сыном Ганги и внуком Джахнумуни получается, который считается теперь отцом Ганги. И здесь он получил от него наставление, которое позже передал на битве Курукшетра, лежа на стрелах Махараджи Киштири. Он получил это знание от Джахнумуни в этом месте. Следующее место называется Модадрума Випа, олицетворяет собой служение. Мы попадаем в такое место, которое называется Чипаши Ранги Мурари. Здесь вы увидите божества Васудева Даты Холмгава Кхан, если такое есть проявленное, преданное ходит вокруг него.
Вот и здесь прекрасные божества Васудева Даты. Васудева Дата, величайший преданный Гауранги Махапрабху. Сам Чайтанья Махапрабху сказал, что я продал себя, то есть Васудева Дата может делать со мной все, что угодно. Он может продать меня, обменять, заложить, все, что угодно он может со мной делать, ибо я его вечный слуга. Так он ценил Васудева Дата. Это божество, которым поклонялся Васудева Дата. Если кто-то не знает, Васудева Дата, он желал принять на себя грехи всех живых существ во Вселенной. И он просил об этом, пожалуйста, освободи их всех, а все грехи дай, пожалуйста, мне. И поэтому Чайтанья Махапрабху очень любил Васудева Дата. Это божество, мы видим тут, Радхамадхапал, вот, которым поклонялся Васудева Дата. А ниже вы видите божество, которым поклонялся Шранга Мурари, это Радхагопинат, это божество. И также рядышком Джорни Дай. Следующее место называется Мамагашки Грама. Это место рождения Вриндаван Дас Такура. Вот такой вход в это место. Вриндаван Дас Такура родился у Нарайни. Нарайни была сиротой, у нее не было родителей, и она находилась под покровительством Шриваса Такура. И никогда на Вьяса Пуджи Нитянанды Прабу он спросил, какое твое желание? Она сказала, я хочу иметь мужа и сына. И он тогда сказал, возьми, пожалуйста, Махапрасада. Она съела кусочек Махапрасада Нитянанды Прабу, и он сказал ей, роди сына. И после этого она родила Вриндаван Дас Такура. Вот не было такого традиционного зачатия у этого святого. Вот божества, которые находятся в этом месте. Обязательно Рада Кришна присутствует на алтарях и всегда Горни Тай. А это мурти Вриндаван Дас Такура справа. Следующее место называется Аркатила. Аркатила это такой ом, но он олицетворяет собой Сурья Кунду, который находится в Враже. Место вокруг него Вайшнав сюда ходит. Одно из святых мест на этом острове. Следующее место называется Рудра Двипа Сахья. То есть дружеские отношения с Верховным Господом. Этот остров знаменит тем, что здесь пребывают 11 рудр вечно. Они здесь совершают свой танец и поклоняются Гауранге. И некогда сюда пришел Браман Вишну с вами, со своими последователями. И здесь они совершали баджан. Преданные пели имя Гауранги, а Вишну с вами читал мантры священные. И удовлетворенный их поклонением, явился Шива Махадев и сказал Вишну с вами, что ты хотел бы получить от меня еще такого прекрасного поклонения. И Вишну с вами попросил его, я хочу единственно улучшить качество нашей сампрадаи, чтобы наше послание было согласовано с твоим желанием, с желанием Господа. И он ему дал благословение, теперь с этого момента твоя сампрадая будет называться Рудра Сампрадая, и я беру покровительство над ней. Следующее место называется Белпукур или руины дома матери Шачи. Мы не видим руин как таковых. Но вот это место, вот Джайпатака Махарадж приводит сюда преданных парикраму, вот именно здесь находятся руины дома матери Шачи, вернее, дома Ниламбара Чакрабарти, отца мамы Шачи и дяди Чайтаньи Махапрабху. Преданные поклоняются этому месту. В этом месте также в Белпакуре произошла удивительная история, когда браманы поклонялись Господу Шиве листьями Бел. Это дерево, которое живет 2 недели буквально. Эти листья они предлагали Шиве. И среди этих браманов был очень серьезный преданном служении браман, который звали Нимбаркадити. Вот он из 4 ачарьев наших сампрадай. И да, Шива Махадев сказал ему, пожалуйста, отправляйся на окраину деревья, там есть лес Билвапакша. И ты увидишь там 4 кумаров, которые находятся в медитации. Пожалуйста, получи от них наставление и стань их учеником. Он отправился и получил наставление 4 кумаров. В это время Санат Кумар написал уже свою самхиту и попросил изучать ее. Он дал ценное наставление и сказал, что трое уже Рамануджа получил, ну говорит так вот, от Брамы получил знания Мадхава, вот Мадхавачарья, и проповедовал Шудха Адвайта Адвайту. У Вишну с вами Ачарья получил. Простите, Рамануджа Ачарья получил от Лакшми знания и основалась Шри Сампрадая. А от Господа Шивы получил Вишну с вами. И ты четвертый, ты получишь от нас это знание, вот Нимбарка Дити, Нимбарка Ачарья, и проповедовал Двайта Ваду. В этом месте происходили эти события. То есть здесь буквально в этом острове зарождались сампрадаи наши.
Вайшнавский. Следующий остров Рудра-Двипа олицетворяет собой Сакхи. Вы простите, мы здесь были, все мы попадаем вот в Антар-Двипу, в следующее место. Центральный остров Мудвипа-Мандали. Остров связан, это имя Антар-Двипа. Этот остров получил после того, как Брахма украл телят. И Брахма Моханавила была проведена во Вриндаване. Но Брахма тоже сокрушался о том, что он пал в иллюзию, о том, что он творец Вселенной. И он просил Кришну, пожалуйста, избавь меня от иллюзии и не позволь так больше погружаться в такое состояние. И он молился Гауранге Махапрабху. И Гауранга сказал, хорошо, я понял, ты хочешь занять смиренное положение. И когда я явлюсь в Кали-Югу, ты родишься всеми Явана. Ты будешь низкого рождения. И в момент смерти ты будешь повторять 300 тысяч святых имен в день. Твое имя будет Калидас-Такур, и в момент смерти ты будешь видеть мое лотосное лицо. Вот так и произошло. Калидас-Такур — это никто иной, как Брахма. Вернее сказать, это совместное воплощение Брахмы и Прохлады Махараджи. Вот так вот читание Махапрабху унес Калидас-Такура лично и поместил его в самадхи на берегу Индийского океана. Так я видел ему Калидас-Такур, в таком облике, как есть самадхи. Здесь также в центральном острове находится храм Чатурпады Шивы. Или Вритха Шива и его супруга Прабхухимая. Они вечно пребывают в том месте и охраняют центральный остров от неквалифицированных личностей. Если на карте мы поместили места, которые мы посетим, это вот сам город Майяпур уже, центральное место. Он не отличен от Махавана во Вриндаване. И место, куда мы сейчас отправимся, вот дом Мурари-Гупты, преданного Господа Рамачандры. Но он был спутником Чайтаньи Махапрабху. Вот его дом, как он выглядит. Да. Немножко плохое изображение, ничего не мог лучше найти, но так уменьшил, так лучше будет. Но это изначально божества Сидхирамы и Лакшмана, простите, Ханумана, которым поклонялся Мурари-Гупта. Чайтанья Махапрабху сказал ему однажды, ты должен поклоняться Раде Кришне, ибо это есть прямо Парушоттама, высший смысл человеческой жизни. И ночью Мурари-Гупта долго мучился, не знал, что ему делать. Он был предан Господу Раме, потому что он в Рама-лиле является Хануманом. Но утром он пришел в Чайтанья Махапрабху, весь убитый, и сказал, я, наверное, покончу жизнь самоубийством, ибо я не могу нарушить твое наставление поклоняться Раде Кришне, но я не могу оставить поклонение, то есть Рама-упасану. Я продан уже Раме, поэтому я, наверное, покончу жизнь самоубийством. Чайтанья Махапрабху оценил его преданность и сказал, поклоняйся Сидхираме. Я увидел твою преданность, и это меня очень сильно порадовало. Твоего божества. Следующее место, куда мы отправляемся, называется дом Чандрашикхары. Вот вход это место, и дальше вы увидите, если так войти ворота, вот здесь дом Чандрашикхара, то есть, ну, вместо него уже другое строение стоит, а дальше вы увидите самадхи Бхактисиддханта Сарасвати, это Гуру Махарадж. Вот это самадхи сбоку. Вот наш Парам-Парам Гуру, вот, ну, самадхи, где он помещен вечно, пребывает в этом месте. Бхактисиддханта Сарасвати, Расвами Махараджа, Прабхупада Ки Джай. Приложил массу усилий, чтобы эти матхи в этом месте реализовалось такое движение, как мы видим сейчас. Это важен пути, простите, самадхи Гавакишвара Сарабаджи. Такой вход. Вот самадха Мурти Гавакишвара Сарабаджи. Рядом с этим местом находится проявленная Радхакунда. Еще одна Радхакунда, которая не отлична от Радхакунды во Вриндаване. Паломничество, то есть обычно парикрама заканчивается местом рождения Чайтаньи Махапрабху. И следующее место, когда мы пойдем, вот Шривасангам, то знаменитое место, где проводились киртаны Чайтаньи Махапрабху. В этом месте, вот сейчас, вместо того небольшого дома, который там находился, вот стоит такое строение, такой мандир. Но вот сейчас вы видите, вот здесь так оно огорожено. И здесь преданные проводили свои трансцендентные ночные киртаны. И это место также известно как Хол Банга Данга, то есть место, где солдаты Чханда Кази разбили Мридангу. Вы видите вот божества, которые находятся в этом месте, Панча Татва и разбитая Мридангу. Вот до сих пор хранится она. Вот я уж не берусь точно сказать, та ли это Мридангу, но вот в таком виде вот мы можем увидеть Панча Татву и Мридангу вместе. А это, вы видите, сейчас
божества, это Махапракашлила, это Чайтанья Махапрабху проявлял все аватары Господа, и все преданные лицезрели это действо, это было 24 часа подряд такое событие, когда Махапрабху открыл свою истинную природу, что он Верховный Господь, своим Бхагаван. Вы видите, Нитянанда Прабху махивает Чамарой, Гададхара Прабху держит зонтик над Чайтаньей Махапрабху. И тут же также Божественный Вис Симхадева. Вот. Вот так расположены эти места, что Бхаван, Шива, Санга, где мы только что были, и Йога Питх, место рождения Чайтаньи Махапрабху. И мы отправляем сейчас в Адвайта Бхагаван, то есть место жительства, где проживал Адвайта Ачарья. И именно здесь молился Адвайта Ачарья о том, чтобы Чайтанья Махапрабху не зашел. Здесь он поклонялся своему Шаварама Шиле, чтобы с листьями Туласи, водой Ганги, чтобы Чайтанья Махапрабху не зашел в этот мир и спас нас с вами. Вот Адвайта Бхагаван. Здесь вы видите божества. Адвайта Ачарья получает наставление от Чайтанья Махапрабху. Следующее место еще у нас по пути, это Гададхара Анганам. То есть место, где жил Гададхара Пандит. Есть такие божества, гор Гададхара. И дальше мы попадем сейчас с вами, вот, если мы шли по этой улице, тут надо будет пройти мимо нашего храма Искон, по улице мы попадем в Нанда Ачарья Бхаван. То есть место, где встретился вот такой двор сейчас здесь. Это не оригинальное строение, потому что после ухода Чайтаньи Махапрабху вся Надвипа была поднята водой Ганги, то есть она была затоплена. И последнее, это Матхи, вот после открытия Бхактивинода Такурам этих мест и при усилии Бхактисиддханты Сарасвати мы видим такие Матхи. Но это то место, где в доминантном начале встретился Чайтанья Махапрабху и Нитянанда Прабху. Здесь была трогательная сцена, которая не оставила никого равнодушными. И мы попадаем сейчас с вами в Майяпур, то есть центральное место всей Навадвипа Мандалы. Это Йога-Питх, место, где явился Чайтанья Махапрабху. Вот в такой же день Фалгуна Пурнима. Мы видим вот такие прекрасные, я со всех сторон сделал много снимков, видите, прекрасное это место. Возвышается, его видно издалека, за много километров. Такие ворота, если сюда войти, мы попадем к дереву, под которым, дерево Ним, под которым родился Чайтанья Махапрабху. Он и получил имя детское Нимай. Вот это дерево. Можно просить у него благословения. В Йога-Питхе вот такие божества, вы видите три алтаря здесь. Божества Радамадавы, здесь Чайтанья Махапрабху, и здесь Панчатва и Господь Джаганатха. Вот эти божества, мы сейчас увидим получим даршан. Чайтанья Махапрабху по центру, вы видите, слева находится Лакшми Прия, а справа Вишну Прия, две его супруги. Это божества Панчататвы и Джаганатхи, который сам установил Бхактивинод Такур непосредственно, он им поклонялся вот в этом месте. И здесь вы видите Радамадава, божество Радамадава и Гауранга Махапрабху обязательно рядышком. Но Липе вы всегда видите Раду Кришну, всегда с Гаурангой Махапрабху рядом на алтаре. Здесь также есть божества Нрисимхадева и Лакшми Нрисимха, это Лакшми Нрисимха и вот Гора Гадхар, даже вместе находится. И также есть прекрасные божества Джаганатхи Миши и матери Шачи, которые держат на руках новорожденного Нимая. Вот такие прекрасные божества, они очень с пышностью поклоняются. И рядом с Йога-Питхом находятся удивительные гаты. Здесь мы можем увидеть Мадхай-гат, Баракона-гат и Гаура-гат. То есть Мадхай-гат – это гат, который был один из братьев Джагая Махаи, и после этого стал святым, он стал святым и вырвал гад, и омрвал всем вайшнавам здесь стопы. Баракона гад украшает всю Йога-Питху, и Гаура гад, Гаура Кунда, вот это место, когда Ганга досадовала, потому что она не могла, как Ямуна, окунать тело Господа в своих водах, и она сокрушалась по этому поводу. И Гауранга сказал ей, не волнуйся, я скоро явлюсь, и в этом месте я буду омываться, и ты получишь мой даршан, получишь объятие моего, то есть тело, и вот здесь омывался Гауранга Махапрабху очень часто в этом месте. И здесь Ганга вот, в виде Гауракунды присутствует. Вот, в принципе, мы закончили нашу парикраму этим местом, Йога-Питхом. Вот, поэтому я очень благодарен, что вы вытерпели наши технические неполадки. И давайте прославим Гаурангу. Шри Чайтанья Махапрабху ки джай! Гаура Пурнима ки джай. Шрила Прабхупада ки павана ки джай. Хари Хари Бол.
имя Господа читаем. Этот день наполняет нас всех глубоким вдохновением и осознанием пути, сознания Кришны, которое мы приняли. По милости Шилы Прабхупады, по милости всех великих ачарий и вайшнавов. Поэтому я желаю, чтобы этот день приблизил вас к осознанию милости Шри Чайтаньи Махапрабху и давал вам силы, уверенности и вдохновения пройти свой жизненный путь в сознании Кришны до конца и обрести высшую цель, высшее благо, высшую драгоценность, которую дал Шри Чайтанья Махапрабху. Это Кришна Према Бхакти. Все великие мудрецы поклоняются этой кали-юге, в которой мы сейчас живем. Хотя, в общем-то, большинство людей, в общем-то, многие люди, которые идут по духовному пути, в какой-то степени пренебрежительны кали-юге. Но эта кали-юга особенная. И в 12-й песне Шримад Бхагаватам Шукадева Госвами говорит: «Все, что в сати-югу можно было обрести медитацией на Вишну, в трета-югу жертвоприношением, в двапара-югу поклонением Божеству, век кали достижимо чистым прославлением Бога. Мой царь, хотя в кали-юге есть несметное множество пороков, у этого века есть одно великое достоинство. Воспевая святое имя Бога, любой может освободиться от иллюзий мирского бытия и войти в трансцендентное царство. Обладающие глубокими познаниями могут оценить по достоинству превосходство века кали. Такие люди поклоняются кали-юге, поскольку совершенство жизни в этот век разгоров достигается с помощью простого метода воспевания святых имен Бога». Так, есть очень интересный есть момент. И говорится, что благодаря просто воспеванию святого имени человек сможет избавиться от мирских иллюзий. Особенность обусловленного состояния – это очарованность материальным миром. И кали-юга дает нам возможность одновременно ощутить, насколько иллюзорен материальный мир, насколько приходящие все материальные достояния, которые привлекают обусловленные души. И воспевание святого имени дает человеку силу, дает человеку это видение, и в то же самое время может возвысить его сознание, влив в его сердце любовь к Богу. То, что устремляет нас к возвращению в духовное царство. Шри Чайтанья Махапрабху явился в этот день, когда взошла полная луна. На какое-то время затмение закрыло луну, и люди вошли в воды Ганги и стали воспевать святое имя. И говорится, что вся Вселенная в этот момент наполнилась воспеванием святого имени. И это знаменовало миссию Господа, явившегося в эту эпоху. Итак, Господь Чайтанья зашел как полная луна, как описывает Кришнадас Кавираджа Госвами на небосклоне Гаудадеши. Кришна явился на восьмой день убывающей луны. И восьмой день – это как раз половинка луны. Убывающая луна – Кришна. Символизирует то, что Кришна – тот, кто принимает любовь. Шримати Радхарани явилась на восьмой день пребывающей луны. Это уже половинка луны. И пребывающая луна символизирует ту, которая дает любовь. И когда эти две половинки объединяются вместе, получается полная луна. И вот объединившись вместе Кришна и Шримати Радхика образовали полную луну Чайтаньи Махапрабху. Oh.
Oh no!
Jagon, Jeev Jagon, Gora Chanda Bole.